Хауди, с вами Рал и Макс. Здорово, дорогие. И сегодня у нас для вас есть два очень важных и интересных момента, связанных с древними свитками по интернету. Первая часть будет про то, как разработчики в очередной раз обосрались акцией «Черная пятница», и этот конфуз дает нам понять в очередной раз, насколько же сильно разработчики ZeniMax Online оторваны от реальности и не имеют ни малейшего представления о том, как устроена и работает их игра в социальном и экономическом плане среди игроков. И вторая очень важная новость будет про то, что есть довольно высокая вероятность того, что нынешнюю команду разработчиков TSO уволят или же как-то реорганизуют вышестоящие лица из Microsoft. Чтобы ничего не пропустить, обязательно смотрите данный ролик до конца. Устраивайтесь поудобнее, берите лапки горячий чай, и мы начинаем. И как раз, что касается у нас Черной Пятницы, ЗОСы на Черную Пятницу в TSO завезли два, скажем так, якобы вкусных предложения. Давайте посмотрим, что они завезли. Особое предложение Черного Фредоса и набор мебели станции снаряжения. Давайте начнем, скажем так, то, что подсвечено золотым, ведь наверняка очень выгодно. Что они пишут? Товары стоимостью 8100 крон всего за 1900 крон. Скидка более 75%. Звучит вкусно. А что же входит сюда, помимо оленя, которого я здесь вижу? Давайте подробнее посмотрим. Вот олень, 50 зелий тройного восстановления, кронная жратва, кронный камень-душ, 10 уроков каждого типа на верховую езду и 10 свитков на 50% получаемого опыта. Я, конечно, вот заранее префайром тут глянул, посчитал, сколько суммарно это все говно, то, что в этом паке входит. То есть 10 свитков опыта, уроки верховой езды и вот эти зелья, 50 штук и камни. Суммарно, если их отдельно покупать в разделе расходуемые предметы, примерно на 8000 реально вся эта сумма и выходит. Но проблема в том, что игрок, который хотя бы уже неделю поиграл в TSO и примерно представляет, как работает именно внутриигровая экономика, как добываются ресурсы, как создавать зелья, сразу поймет, что это лютейший скам. То есть вот это вот единственное применение вот этого предложения, то есть кто это, по сути, может купить, это те новички, которые только что скачали игру, заходят, ой, Черная Пятница, 1900, надо брать! Как вы могли понять, на самом деле, реальная стоимость всего этого говна, на самом деле, не составляет ничего. Оно ничего не стоит. То есть за 1900 крон они здесь, по сути, продают одного маунта, обычная стоимость маунта, как раз если мы зайдем, просто посмотрим категорию верховых животных, вот обычные чумошные маунты, стандартные, они продают за 1800. Ну и тут они завезли оленя. Ну ладно, допустим, пусть олень стоит 1800, и за 100 крон типа они накидали куча типа вкусноты. Но на самом деле это ни хрена не вкуснота, это полностью абсолютный хлам. Ладно бы здесь были 10 свитков на 150% опыта, ладно тут было бы не 50 зелий 300-ного восстановления, а 600 штук. Уже плюс-минус было что-то, но это просто какое-то оскорбление. Еще важно понимать, что представим, что какой-либо новичок, он увидит, дескать, свитки опыта, зелье, еда, это мне надо, и берет, и купит. Вы понимаете, насколько сильно он будет опрокинут данной компанией, если в целом это его намерение дойдет до реализации, что он возьмет и кинет бабки в монитор на вот это вот сомнительное предложение. Но это, грубо говоря, маунты за 1900 продают, по большому счету. Но если он следующее предложение приобретет, то это будет лютейший скам. Рау, зачитайте, что это за безобразие. Следующее. То есть, если, ладно, вот это у нас еще цветочки, особое предложение Черного Фредоса, то тут у нас есть настоящие ягодки говна от разработчиков в сторону игроков. Что у нас тут? Набор мебели, станции, снаряжения. Звучит интересно. Неужели ЗОСы решили продавать станции снаряжения через кроны, чтобы некоторым игрокам, которые хотят, типа, занесли бабло и не копаться золотом, купить? Ну, меня смутило первый раз то, что здесь три предмета. Почему три предмета? И когда у нас рабочих верстаков на самом деле больше, минимум четыре, не считая станцию снабжения, алхимии и зачарования, они отдельные. Что у нас тут? У нас тут только кузница, парняшка и столярка. А ненастраиваемая. Это тоже важно. Ну, а где ювелирный станок? Где ювелирка? Напоминаем. Это цена за полноценную главу. Даже не DLC, главу. Как в свое время был. Варденфелл, Эльсвейр, Черный лес. Блак вот тот же самый, да? Греймур. Или в следующем году халяль. Понимаете? Вот. Ра, вот покажите. Пак дополнений за 3500. Пак дополнений. Новые, которые у нас. Да. И 3 станка не настраиваемые. Это просто лютейший скам. И давайте, чтобы было более понятно, вот насколько это разработчики скамят вот этим предложением игроков.
ценник покажите на ауке. Сколько это действительно стоит? А я сейчас все покажу. Смотрите, они пройдут не настраиваемые. Ладно, это были бы настраиваемые, но все равно за 3600, даже если бы там был ювелирный станок, и эти все 4 верстака были бы настраиваемые. А что такое настраиваемые верстаки, я уже ранее давно на канале давно рассказывал, показывал, как эта штука работает. Это, скажем так, настраиваемые верстаки позволят вам воссоздавать верстаки, которые позволят вам создавать сетовые предметы у себя дома. Но это обычные, стандартные верстаки, которые позволяют создавать вам обычные предметы. Ничего особенного. Никакой ценности они себя не представляют, кроме разбора и улучшения снаряжения. И вот, посмотрим, сколько на самом деле стоит обычная кузница. Вот мы видим, вот тут 35 ваучеров можно купить. 35 ваучеров, сейчас в нынешней ситуации Тески, средняя стоимость одного ваучера в районе 1000 голды за штуку. Может чуть меньше, может чуть больше. То есть примерно такая ситуация. И что мы видим? Станция снабжения, ну станция снабжения там у нас нет. Вот столярный верстак 35 ваучеров стоит. И где там у нас... Вот, и где тут кузнечный мы видели. А, и портняжный. Где-то тут был тоже за 35. Ну, короче, не суть. Стандартные верстаки стоят по 35 ваучеров. А теперь давайте посмотрим, сколько будет стоить обычный стандартный верстак, если покупать его не за ваучеры, а напрямую с золота у игроков с аукциона, либо из гильдейских магазинов. А смотрим средние данные по ТТСу. Рекомендованная цена за обычную кузницу от 32 до 40 тысяч. Средняя цена вот внизу золотая, это по АТТ. В моей торговой гильдии, в которой состою, почти 39 тысяч стоит. То есть, грубо говоря, ЗОСы продают за 3600 крон 3 верстака. По 1200 крон за 1 верстак. Напоминаю, что сейчас на ПК стоимость 1 кроны примерно является сейчас минимальная цена 2000 голды за крону. Скорее всего, сейчас ценник гораздо выше, потому что инфляция продолжает расти. То есть, грубо говоря, за 3600 крон, если мы переводим эту сумму в золото, мы получаем 7 200 000 голды. Это сейчас минимальная цена, самый распространенный минимальный курс за крону. Крона 2000 голды. В среднем где-то 8,5 миллионов вы потратите на это предложение, плюс-минус. Да, это если вы будете покупать кроны за голду у и других игроков. Таким образом, по курсу 2500, вот где-то вот так, ага. Да, и таким образом получается, что разработчик, вот кузница стоит условно 40 тысяч, пусть будет, возьмем просто максимальный ценник по ТТСу. Столярный верстак тоже 40 тысяч стоит, и портняжный тоже стоит 40 тысяч. То есть, грубо говоря, разработчики продают вам за 7200 миллионов голды товаров на сумму 120 тысяч голды. На самом-то деле, без ювелирного. Ювелирный станок стоит чуть дороже. Он стоит, стандартный ювелирный станок, не настраиваемый, сейчас около 100 тысяч. Сейчас найдем его, посмотрим. Так, настраиваемый стол ювелир нам не нужен. Вот, стол ювелир, 125 ваучеров, либо от 116 тысяч данный ТТС европейского ПК-мега-сервера. То есть, да, вот даже если бы там внутри был бы ювелирный станок обычный, это бы не спасло ситуацию от слова никак. То есть, либо вы платите 3600 крон и платите... там 200 тысяч голды, получайте товара. То есть, уже вы понимаете, какой лютейший скам. Это вот, я не могу представить, насколько нужно быть максимально оторванным от реальности разработчиком, чтобы не понимать, как у тебя внутри игры устроена экономика. То есть, ты продаешь товар за 35 ваучеров, суммарно 70 плюс 105 ваучеров, это за 3 верстака, которые можно купить за 3600 крон, которые сейчас продают ЗОСы, ну и плюс 125 там ваучеров стоит ювелирный станок. Вот считайте, почти 200 ваучеров, либо 3600 крон. Ну это просто смехотворно, это просто разрыв пердачелы. И как мы можем видеть по комментариям западных товарищей, которые тоже увидели вот этот откровенную, знаете, не привык, это харча зеленая в лицо нашим, нам, игрокам в лицо. И не устану напоминать, что даже это тем игрокам, которые до сих пор продолжают защищать ЗОСов и считают, что ЗОСы делают абсолютно все правильно и как бы их игра делают, что хотят. Ну, как понимается, жрите зеленую гнилую харчу с вашего лица. Бон аппетит. Вот интересно достаточно у нас есть комментарий. Вот товарищ пишет. Думаю, говорит, что они перепутали распродажу Черной Пятницы с Днем Дурака. Но учитывая то, какие мы предложения видим в Кронсторе, это в целом достаточно сильно коррелирует с окружающей действительностью, которая у нас есть в данный момент в ТЦО. И вот есть, так скажем, разрывной комментарий. Это достаточно, так скажем, эмоциональный, очень сильно вовлечен. Сейчас я его вам зачитаю. А набор... станции для изготовления снаряжения, имеется в виду станки. Три убогих верстака, только кузнечный, столярный и портняжка. Это, говорит, просто убожество. Нет даже ювелирного станка, вот как раз, о чем мы говорили. За 3600 крон. Это вот, как говорил Рал, это предметы, которые вы можете купить на ауке за скромные деньги. Это то, что в целом есть в комплекте.
Вот, и также вы можете их купить самостоятельно за ваучеры. Вот, конкретно, что говорит подруга. Надеюсь, говорит, никто не купится на это. Говорит, прямо сейчас у меня ковид, и я клянусь, говорит, как бы ужасно это ни было, это все же лучше, чем эта дерьмовая черная пятница от ЗОС. Это в целом тоже весьма коррелирует с реальностью, которую мы в данный момент ожидаем. И вот товарищ тут пишет, говорит, что вы ожидаете от самого жадного западного разработчика ММО из когда-либо существовавших? Ну, мне кажется, ЗОСы, учитывая их нынешний вектор, так скажем, монетизационного развития, могут вполне дать прикурить самым отпетым, так скажем, негодяям, например, таким как Банжи. Тут даже был комментарий, где товарищ сравнивает, что, дескать, ЗОСы в данный момент еще хуже, чем Банжи. А Банжи — это создатели Destiny. Напоминаю, почему эта компания достаточно жадная, Банжи. Они изначально выпускали контент платный, и потом, впоследствии, для того, чтобы оптимизировать игру, они выпиливали контент, уже купленный игроками, и не давали больше доступа, даже по предзагрузке. Это эквивалент того, что старый контент по типу гильдии воров у нас из игры просто-навсего будет удаляться. С предлогом, дескать, ну, мы оптимизируем игру, что-то игра за 100 плюс гигов весит, надо так или иначе немного ужать ее по размеру. И без опции вернуть тот контент, за который люди заплатили деньги. Это вот такое вот небольшенькое, так скажем, вступление. И вот тут товарищ вот пишет, если вот так резюмируя, говорит, ах, ЗОСы, если, говорит, что-то, что они могут сделать правильно. Ну, в целом, то, что мы видим, это далеко даже нельзя назвать правильными решениями. И эти, так скажем, неправильные решения очень сильно повлияют на будущее данной игры. Рау, что же будет далее? Также тут еще тоже люди недоумевают и пишут, что каждый в таком случае, то, что сейчас происходит в игре, каждый из нас мог бы работать в маркетинге ЗОСов. Это правда, я просто так... это должно быть легко, потому что это человек, который сейчас у них принимает решение, который дал добро на выкатывание вот этого товара на Черную Пятницу, если он дал на это добро, но это человек, который вообще не понимает, как работается его работа. Он не анализирует то, как игроки внутри работают, как они торгуют, как у них какие торговые взаимоотношения и что им нужно. То есть продавать абсолютно бесполезный хлам за бешеный тысячно-процентный оверпрайс, ну это просто смешно, это смехота. То есть мы в очередной раз убеждаемся, что команда разработчиков TSO настолько сильно оторвана от реальности, что не имеет ни малейшего представления о том, как устроена их игра внутри, в социальном и экономическом плане среди игроков. А это, скажем так, чем дальше разработчики находятся от своей аудитории, тем хуже начинает чувствовать себя проект, и в принципе атмосфера внутри сообщества игрового накаляется, и очень сильно. В Теске она очень долгое время накалялась, и происходит какой-то взрыв в жопе. Если вы думаете, что дно пробито, как вам вот такая новость, которая потенциально может полностью поменять векторы развития игры? Собственно, озвучиваю. Появилась инфа от проверенного человека, который работает в Microsoft. Товарищу рассказали на канале на западном GDK Gaming. Он получил сливы от сотрудника Microsoft, который верифицирован, который там работает. Что говорит сотрудник Microsoft? Что часть команды, которая в данный момент работает над TSO, их либо реорганизуют, либо их уволят. Он конкретно не уточнял, кого конкретно, то есть там имена не уточнялись. Но он сказал, что изменения в команде точно будет. Тут важно понять, что он имел в виду, что это потенциально даже может быть верхушка ЗОСов. То есть, в том числе, Рич Ламберт, это главный креативный директор, кто в целом определяет векторы развития игры. И в целом его Кодла, его компания, которая принимает эти сомнительные решения. Тот же самый отдел маркетинга, который надо просто взять под нож, уволить и вообще больше не пускать работать в этой игровой индустрии. Ну, в целом, учитывая то, что вы сейчас услышали, это также весьма последовательно, так как они за последнее время творили такую дичь. И, соответственно, это самое разумное решение, просто взять их и выпинуть из проекта и найти более, так скажем, заряженных, новую кровь, которая так или иначе может лучше поспособствовать развитию данной игры. Вот, также, учитывая то, что в целом, какую вот именно дичь они делают последний год, можно вот предположить, что скорее всего то, что их отправят на мороз, это, я напоминаю, это информация лишь от одного человека, не проверенная. Это все может быть слухами, это пока только слухи, дорогие. Выпинут их в ближайшие 3 месяца, согласно слухам. То есть это ориентировочно в феврале. Посмотрим, что будет и насколько это именно информация правдивая. Будем ждать. Вот, нюанс в чем? Вероятнее всего, что они заранее знали, что их штат разрабов будут сокращать. И именно поэтому они просто-навсего начинают забивать на игру именно очень, знаешь, намеренно, концентрированно в последний год. И, соответственно, это нам и показывает. Скорее всего, они понимали, что их выкинут,
Значит, грубо говоря, можно расслабиться, творить некую дичь и никак либо не стараться. Ну, как бы, а зачем? А все равно нас всех уволят. Вот я вот на их месте вот как бы сделал. Если уж точно понимать, что вас выкинут, можно вот очень хорошо сделать, попробовать в последнее, так скажем, время, которое вам осталось в данной компании еще работать, попробовать просто делать максимально на совесть те решения, которые так или иначе оставят положительный отпечаток от разрабов, который как раз-таки направлен на то, что когда уже их, если уволят потенциально, то комьюнити, да, будет понимать, что да, были косяки у команды ЗОСов, но они ушли, они, по крайней мере, старались, они делали хоть что-то. Что же мы видим сейчас? Разработчиков ТСО просто, скорее всего, будут дифирамбы петь, и постоянно будет настроение такое, что наконец-то они ушли, потому что они не в состоянии делать видеоигры. Это важный нюанс. Что же будет вот потенциально с ТСО, учитывая то, что если эта информация будет так или иначе правдивой? На какое-то время, так скажем, основной состав, в целом тех, кто принимает решение, он поменяется. Будет ли это значить для игры, что в какой-то момент это будет застоем? Вполне возможно, так как могут прийти новые люди, которые только знакомятся с игрой, понимают именно, знакомятся с движком и в целом, как работа в стенках ZeniMax Online Studios происходит. Вот, соответственно, на какое-то время люди, пока знакомятся с игрой, может быть определенный застой. Это могут прийти люди как заинтересованные, также могут прийти и очередной, так скажем, костяк эффективных менеджеров, которые также заинтересованы в том, чтобы доить данную аудиторию. Ну и в целом, так скажем, не самые здоровые вещи для игры делать. Вот, и в рамках того, что ЗОСов, грубо говоря, выпинывают, и они знают, скорее всего, что их выпинут, и это очередной раз доказывает, что им по большому счету просто-навсего нет дела до того, что происходит в их игре. Вот также имейте в виду, что так или иначе, то, что вот именно мы сейчас озвучили, то, что команда разработчиков будет меняться, это очень тесно связано с тем, что компания Activision Blizzard в данный момент находится в состоянии потенциального поглощения. То есть компания Microsoft хочет купить Activision Blizzard. Для нас это что значит? Важно понимать, что Activision Blizzard — это WoW. WoW — это потенциальная команда разработчиков, которая может и в состоянии делать проекты по ММО. Соответственно, в некоторых ситуациях, учитывая то, что WoW сейчас в таких кондициях, что как бы, грубо говоря, он не обсирался, ну, в плане руководства, по большому счету, он не умирает. Есть много решений, было провальных, которые очень сильно подпортили репутацию Blizzard. И, как мы видим, Blizzard, то есть WoW, все еще собирает большие просмотры, из инфополя WoW никуда не пропадает, игра в целом жива. Соответственно, учитывая то, что у WoW сейчас относительно все идет хорошо, даже в рамках скандалов, они все еще не теряют аудиторию, даже в рамках большого оттока, который был связан со скандалами, связанных в Blizzard. Соответственно, мы видим, что у них все норм. Поэтому потенциально мы можем даже часть людей, которые работают в Blizzard, взять и перекинуть на ТСО. Например, тех, кто занимается оформлением боевки, либо других аспектов, которые были сделаны хорошо. У вас, Рау, какие вот мысли на этот счет? Насчет вот этого как раз был комментарий, что если Microsoft купит Blizzard, то у них, у Microsoft, появится еще одна команда разработчиков, которые занимаются с ММО. Но дело как раз получается в том, что Microsoft, она же сейчас на таком пути, что она скупает огромное количество проектов, и распускать команды разработчиков, которые занимаются различными проектами, ну, особо, скажем так, было бы глупо. Нет никакого в этом смысла. Есть смысл распускать только те команды, либо реорганизовывать их, только если они показывают какие-то низкие результаты. Они либо приносят недостаточно количество денег, либо они, наоборот, дополнительно еще и портят, скажем так, авторитет. В медийном плане в неприглядном свете выставляют продукты, которые принадлежат Microsoft. А следовательно, большой злой гигакорпорации такое неинтересно. И по-хорошему Microsoft, она, как я сказал, должна хороших разработчиков, которые нормально работают, которые приносят стабильно там свою денежку, в медийном плане все у них тоже хорошо, их любят, их говном не поливают, и их клиенты, все, им в порядке, они работают, нормально не трогаем. А вот таких разработчиков, как ZeniMax Online Studios, которые откровенно поливают говном свою аудиторию, делают дичь, у них их продукт не работает, происходят максимально токсичные отношения между разработчиками и игроками, что, собственно, отрицательно сказывается на репутации той дочерней компании, которую Microsoft купила. А следовательно, если у дочки хреновая репутация, то это может отразиться и на основной корпорации, что, собственно, тоже довольно неприятно для
самых главных владельцев всего вот этого балагана, всех вот этих разработок. И поэтому Microsoft поступит очень правильно, если они реорганизуют команду разработчиков, посадят туда более умных людей, которые будут гораздо квалифицированнее и заинтересованнее, чтобы вот наработать себе, скажем так, портфолио. Вот смотрите, приходит новая команда исправлять ошибки старых, которые просто взяли и вогнали проект в откровенную помойку, вот, в яму с помоями, из которой новой команде придется игру вытаскивать. Чинить ее в техническом плане, очень много чинить, потому что, как было сказано ранее на канале, мы уже обсуждали тот факт, что разработчики постоянно работали над игрой вширь. Они не чинили многочисленные внутриигровые ошибки. Вообще никак этим, по сути, не занимались. Какие-то самые критичные они как-то пытались починить, но чтобы просто игра у большинства работала, и все. А если у кого-то игра не работает, неважно, это там, ты виноват, и переустанови игру, не помогает, ну и проваливай. Вот разработчикам из ZeniMax Online Studios, которые занимались теской, им абсолютно было насрать. И это абсолютно недопустимо для такой компании, как Microsoft. А такие большие компании, как Microsoft, они в первую очередь любят бабки. Чем больше источников дохода для бабок, тем лучше. Любой потенциально прибыльный, даже надежный, не обязательно, что он будет приносить огромные прибыли. Главное, чтобы он приносил стабильное количество денег. Теска, она сейчас в таких кондициях, что она, если будет продолжаться так и дальше, она не будет приносить стабильное количество денег. А в таком темпе, плохом, она, скорее всего, может даже уйти в минус. Что тоже, на самом деле, не хотелось бы тем же самым Microsoft'ом. И поэтому, как я сказал ранее, в идеале команду ZeniMax Online Media реорганизовать. Посадить туда тех людей, которые сделают все, чтобы The Elder Scrolls Online начала приносить стабильный доход. Пусть она не хватает огромные миллионы с неба. Неважно, она приносит доход, этот проект рентабельный, прекрасно. Больше нам ничего не нужно. Плюс, на самом деле, всем нам известно, насколько вселенная древних свитков, она очень огромная. И те же самые, надеюсь, найдется когда-нибудь, рано или поздно, какой-нибудь эффективный менеджер, который захочет, он увидит огромный потенциал во вселенной древних свитков и начнет выжимать из нее огромное количество бабок. Путем именно адекватным способом выжимать огромное количество бабок. Я сейчас говорю о том, что можно дальше продолжать выделять деньги на разработку дополнительных игр по древним свиткам по интернету. А также, вот что тоже очень важно, чем уже занимались разработчики Вова, это снимать полноценные сериалы и фильмы, как было с Варкрафтом. То есть по вселенной древних свитков она настолько широкая, настолько огромная, что по-хорошему, на самом деле, там можно полноценные фильмы и сериалы снимать. Про те же самые кризис Обливина и так далее. То есть вот можете как раз Максу даже добавить, у вас тоже, помню, были мысли на этот счет. Вот, конкретно, есть очень положительный пример, который связан с проектами CD Projekt Red. Компания Netflix так или иначе сняла соответствующий сериал. Это повысило вовлеченность в их игру, соответственно, на фоне сериала был повышен онлайн. Тот же самый Киберпанк. Был сериальчик такой, именно Онеми, Edge Runners, Бегущий по краю. Соответственно, сопутствующие материалы в медиа, которые были связаны именно с проектом, с которого в целом вдохновлялась вся вот эта движуха, она повышает основной онлайн. Уже конкретно в играх, которые относятся к данной серии. Соответственно, то, что говорит Рол. Если будут, так скажем, знающие люди, нормальные менеджеры, которые знают, как бабки зарабатывать, делать сопутствующие материалы, тот же самый, например, сериал какой-нибудь, фильм по вселенной свитков, это так или иначе может дать огромный буст в онлайне ТСО. И, соответственно, им не надо будет, грубо говоря, через такие костыли, через фан-сервисы, как в целом на протяжении всей истории игры ТСО получало свои пики ажиотажа, то есть свой повышенный онлайн. Это конкретно выход Морровинда, ну, то есть Варденфелла, и, соответственно, выход Греймура, то есть того же самого западного Скайрима. То есть им даже не надо будет как-либо пытаться задействовать фан-сервис для того, чтобы повысить свой онлайн. Так как у них уже будет тот продукт, который как локомотивом их вперед гонит и дает им новую аудиторию, которая потенциально могут быть интересны другие игры по свиткам и в том числе ТСО. У нас есть еще также замечательный комментарий. Вот касаемо того, что можно вот как раз-таки со старой компанией, со старой командой разработчиков делать, если не выкидывать их на мороз, чтобы они определенную пользу приносили. Так как все-таки это как-никак сомнительные, но спецы. Все-таки на мороз их, наверное, не совсем корректно выкидывать. Вот товарищ пишет. Говорит, было бы замечательно, если бы они заменили персонал, вот тот, который именно
старый сейчас, старый, Рич Ламберт и его конторка. Вот, а новая команда, которая потенциально уже пришла бы на их место и заняла бы их действующие должности, занялась бы капитальным обслуживанием, то есть чинила бы боевку, пилила бы анимации, потенциально, может быть, люди, которые интересный сюжет бы писали, в том числе. То есть, грубо говоря, новая команда занимается техническим обслуживанием, те люди, которые знают, что такое геймплей. Дело в том, что сервера также у нас есть, которых так или иначе нужно менять, потому что они сейчас не в самых лучших кондициях находятся. То есть новая команда приведет игру в нормальное состояние. Починит, грубо говоря, сервера, починит геймплей, то есть сделают, нарисуют наконец-то нормальные анимации. Вполне возможно, могут так или иначе поменять геймплей. Добавят физику, то есть то, что в целом добавит лоска к игре и сделают ее более презентабельной на фоне нынешних новинок в игровой индустрии. То есть, так или иначе, к определенному стандарту сможет их подтянуть. А старая команда как раз-таки может продолжать делать какую-то сопутствующую работу. Но они уже не будут теми, кто принимает решения в этой игре. И, соответственно, грубо говоря, пока ЗОСы занимаются своим, новая команда занимается своим, это будет определенная синергия. Вот. И в то же время, когда новая команда уже будет делать определенные сподвижки в сторону починки геймплея, это будет вот прям хорошим фундаментом для того, чтобы в целом дать игре новую жизнь и новый старт. Именно важно, чтобы новая команда занималась тем, что делает core-ядро геймплея игры, а старая команда так или иначе вот пытается какие-то вот решения развивать, но так или иначе они уже не будут иметь монополии определенные в офисе ZeniMax Online Studios. То, что они придумают, уже должно быть, так скажем, отправлено высшему руководству, которое будет уже утверждать, жизнеспособно это или нет. То есть, так или иначе, не вариант их, так скажем, вообще выкидывать на мороз. Просто надо снизить им полномочия, и чтобы они просто занимались другим делом. Так как, например, те, кто делают у нас механики в данной игре, именно которые вот как раз-таки мы в прошлых видеороликах рассказывали, что в целом они хорошо свою работу делают. Механики — это имеется в виду в данжах. Не core геймплей механики. Такие, как вот бегемоты в каменном саду. Ну, то есть, в данжах вообще, с данжами вообще полный порядок. С тем, как именно механики делаются, оформление, визуал, это вообще все великолепно. К этому претензий нет. И вот эту часть разработчиков, которые делают свою работу на совесть, зачем их выкидывать? Надо просто именно, грубо говоря, взять и основную именно конторку, которая в данный момент принимает решение, в стенках ZeniMax Online Studios, просто снизить им полномочия, и, соответственно, уже новая кровь может попробовать дотянуться, так скажем, до нынешнего контента, но пока пусть занимается исправлением геймплея, а в последующем уже и могут перетянуть на себя одеяло в сторону создания контента и в сторону создания материалов, сценариев, на которых уже может базироваться следующие главы, и, соответственно, вот так. Таким образом, мы получаем очень сильное, так скажем, исправление проблем, которые долгое время волновали все комьюнити ТСО. Это конкретно квесты, геймплей и техническое состояние. Всех этих трех зайцев можно убить, если просто распределить полномочия между потенциально новой командой и старой, которая в данный момент нифига не делает. Поэтому вот так. То есть вообще по-хорошему сейчас руководителей нынешних ТСО, их просто подвинуть, убрать куда-то вообще. Либо полностью уволить, либо пересадить на какие-то другие задачи. Штатных сотрудников, которые как раз занимались по указам, скажем так, сверху от того же самого Рича Ламберта и его, скажем так, подсосов, их, скорее всего, просто оставить. Они выполняли поставленные задачи. Что сказал начальник дела, то они и делают. Вот их, скажем, скорее всего, нет смысла менять. Потому что, как было сказано, механики в данжах, визуал вообще мира, он плюс-минус на приемлемом уровне. Особо к нему не докопаться. Данжики даже в большинстве случаев, особенно такие DLC типа Каменного Сада, например, они вот вообще прикольные механики. Там эти данжи реально интересно играть и перепроходить много-много раз. Так что вот таких ребят, их, конечно, дропать не нужно. Просто поменять им руководство, которое выберет правильное направление для вектора развития в ТСО. В общем, такая информация у нас для вас была на сегодня. Надеюсь, вы узнали много чего нового и интересного. И если вам не безразлично The Elder Scrolls Online, тогда, пожалуйста, поделитесь этим роликом со своими друзьями, поставьте лайк и обязательно поделитесь комментарием своим мнением о том, что в будущем ждет ТСО. И как потенциально новое руководство, либо реорганизация команды ZeniMax Online Studios может сказаться на древних скидках по интернету. Будьте здоровы, дорогие. До следующего ролика, лапки. Покеда.